Австралии в Ургаякском рудоуправлении создана мощная самоходная дробильно-сортировочная установка. Обычно добываемый известняк для дробления отправлялся на обогатительные фабрики. Новая машина значительно упрощает технологию производства. Она дробит и сортирует известняк прямо в карьере. Обслуживают установку всего 3 человека. Созданная уральскими горняками и учеными, новая машина уже снабжает известняковыми слюсами и ценным строительным сырьем промышленные предприятия Урала.